Глава автономной области Каталония подписал указ о распуске регионального парламента. 27 сентября там пройдут досрочные выборы. По мнению экспертов, фактически они станут голосованием за независимость. В течение 18 месяцев Барселона планирует создать новый парламент и разработать конституцию. Напомню, год назад более 80% каталонцев проголосовали за независимость региона. В свою очередь, Мадрид считает, что это противоречит испанской конституции. Я надеюсь, что 27 сентября станет исторической датой. Мы стоим на пороге значительных изменений. Скоро пройдут демократические выборы. Всем нам нужно отнестись к ним с большой ответственностью.